Ты мне очень нравишься. Все вы так говорите. Ну, нет, я не все. Ну, не знаю. Серьезно? Нет, сегодня просто... А ты докажи. Да душа у меня поет, я тебя когда вижу, ты понимаешь? А попробуй сегодня. Слушай. Уговоришь бабку мою с тобой, чтобы отпустила. Хорошо, сейчас поговорим. Ну вот и посмотрим. Рыжь, видишь, я ждал. Явилась, не забылась. Вот голубочек ты мой. Ну давай. А ну, ты что стоишь, как тебе не срамно? Ну-ка, взяла тихо, ведро, тихо, пошла к корову, потаила грядку, чтоб мне... Все нормально, ба. Быстро, быстро! А ты что стоишь, да друг я мой? Пальцем ты ее не трогал. Портишь? Я ее до дома проводил. Ты что, позор такой, а? Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вкалывают на комбайнах. Получаешь за работу в месяц 1003, компаньоры. Каждый из них был в армии родной. Не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур. Эти парни не являются мечтой гламурных тур. И пускай там пидорасы тестуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают пусть враги, все знают, сучка Кандализа Райс. Никогда отребья натовская не возьмет не нас. Вылетел С2H5OH, сел на него Рассельмаш. На ДТ, дом 500, Т-150, покормил перед этим порося. И пошел снять пахать, молотить ячмень. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Пошел всех пахать, молотить ячмень. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам. Волгоград.